Ребят, всем хай, с вами снова Дукит, канал World of Games. Сегодня будет у нас короткий обзор. Это как нам вернуть деньги за игру, купленную в Epic Games. Ребят, начнем с того, что прежде тем, как ее вернуть, вы должны знать о том, что вы ну, не должны играть в нее более 2 часов. То есть, если вы играли более 2 часов, вам эту игру не вернут. Если вы играли менее 2 часов и в течение 14 дней, вы можете спокойно как бы ее вернуть. Для этого мы просто переходим в наш аккаунт, нашу учетную запись. Тут прям вообще кратко, и поэтому перешли в нашу учетную запись и переходим в транзакции. Дальше мы переходим, выбираем игру, ту, которую хотим вернуть. Допустим, просто возьмем вот хищник, да. И здесь у вас будет возврат средств. Но у меня его нету, потому что я уже более 3 часов не играл. Вот здесь будет возврат средств. Вы нажимаете на возврат средств. То есть, и, ребят, отправляется запрос на возврат ваших средств. Единственное, что у вас могут еще, ребят, попросить выслать чек, либо, ну, о покупке, что вы приобретали ее. Вот. После чего вообще, по сути, возвращается в течение 14 дней, но в некоторых случаях могут в течение 3 дней вам вернуть эти средства, и все будет окей. Главное, ребят, идите, ну, вернее, делайте все как положено, то есть не позднее 14 дней и не более 2 часов. То есть, если изначально поиграли, час вам не понравилось, вам надо вернуть. Если поиграете больше 3 часов, как у меня, вы ее просто уже не вернете. И, да, и заходить надо, ребят, через браузер. То есть, заходим в браузер Epic Games. Вот сюда именно их сайт Story. И здесь все это делаем. Ребят, кому это помогло, вот, ставим лайки. Не забываем подписываться, ребят, на мой канал. С вами был Дукит, канал World of Games. Всем покеду, вы до новых встреч.